В Ледовом дворце спорта имени Вячеслава Фетисова завершились межрегиональные соревнования по шорт-треку. Старты для юношей и девушек старшего и среднего возрастов из 8 регионов страны были отбором на первенство России и не только. Эти соревнования, да, являются еще отбором на соревнования «Дети Азии». Как раз я возглавляю отборочные вот этот соревнования, отбираю сильнейших по Сибирскому федеральному округу. Мне нужно 5 мальчиков, 5 девочек отобрать сильнейших. А мячи изначально считались одной из команд-фаворитов турнира. Впрочем, не менее серьезные намерения были у представителей других регионов. В итоге нашим землякам удалось завоевать 7 медалей в среднем и 3 в старшем возрасте. Если честно, то все спортсмены очень сильные и нужно поработать над тем, чтобы выиграть. Хорошо проявили себя на зональных соревнованиях спортсмены Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Башкортостан. Радость, то, что я сильнее всех на данной зоне. Ну и то, что оправдала надежды тренера, тепло внутри от этого. Финальный заезд сейчас было, конечно, потруднее, когда соперники уже выше уровня. Нравится, потому что единоличный вид спорта, а я единал как бы. Ни с кем не люблю делиться, вот сам бегаю все. Впереди у ребят этого возраста второй этап межрегиональных соревнований. Затем лучшие в Сибирском округе в январе отправятся на первенство страны в Коломну. А первые зимние игры «Дети Азии», которые пройдут в Южно-Сахалинске, ждут сильнейших шорт-трекистов в феврале.